Воркаут-площадку с тренажерами под открытым небом, которая расположена на территории 18-й школы, открыли в Химках. Однако заниматься здесь смогут не только школьники на уроках физкультуры, но и все желающие. Спортивный объект вошел в губернаторскую программу «Открытие школьного стадиона для общего пользования». Площадка у нас действительно имеет отдельную калитку для жителей и будет открыта с 6 утра до 22 вечера. Вот. Здесь имеются лавочки для того, чтобы можно было отдохнуть, есть урны, то есть все параметры вот этого проекта, они в принципе соблюдаются. На площадке размещены тренажеры, рассчитанные на все группы мышц. Воркаут уже стал излюбленным местом для многих почитателей уличного спорта. Локти – это продолжение кисти, чтобы работали именно грудные мышцы. Площадку регулярно посещают фитнес-тренеры, которые подсказывают посетителям, как правильно пользоваться тренажерами и соблюдать технику безопасности.